Сокращенный состав, некоторые ребята все-таки первый такой турнир для них, но, по крайней мере, на самом деле здорово играли, старались сыграть агрессивно, несмотря на то, что всего три звена было. Понятно, что ребята допускали ошибки, они были неизбежны, но, опять же, старались их исправлять, и здорово, что выиграли. В первой шайбе отличился Иван Дроздов, с которым вы работаете в клубе. Как думаете, было ли для него это дополнительной мотивацией сегодня отличиться, чтобы порадовать вас лично? Да нет, ну здесь, наверное, за тот момент, что все-таки он много играл сегодня, и, опять же, мы, скажем так, это перспектива сборной, да, ближайшая. Вот, опять же, он должен просто, не он один, а все должны доказывать и стараться забивать шайбы, поэтому. В принципе, в целом, там, игра в большинстве нам не удалась. Опять же, новое сочетание, несколько игроков, которые должны были или планировались на этот матч, не смогли в нем принять участие, поэтому, опять же, все новые сочетания были не те, которые тренировали и наигрывали. Вот. Но что касается овертайма, это его решение, эту четверку было выпустить. Вот, именно Ковалева, поэтому забросил победную шайбу. Ну, я думаю, что парни почувствовали уверенность после сегодняшней победы. Опять же, Илья Усов добавится завтра в состав, поэтому немножко будет полегче.